Ну, а вот в Испании динозавры нарушают карантин и выносят мусор. В городе Мурсии полиция задержала человека в костюме тираннозавра, который гулял по улицам города во время карантина. Фотографии с ними стали вирусными в социальных сетях и вызвали оживленный отклик пользователей. Впрочем, все это не так смешно, как кажется, ведь мужчина не только пренебрег своей безопасностью, но и поставил под угрозу здоровье других людей. Мужчине так наскучило сидеть дома, что он решил выйти на улицы города Мурсия в костюме. В костюме динозавра. Другие, скучающие на карантине испанцы, решили заснять нарушителя общественного спокойствия и выложили видео в Твиттер. Мужчину это не остановило, и он еще раз вышел на улицу в костюме динозавра. Тогда-то его задержала полиция. Впрочем, Т-рекс не был арестован, его просто отвели домой и сделали выговор. В других изображениях появляется еще одна рептилия, которая прогуливается с собаками. Власти не уверены, что это тот же человек, но побуждают жителей Мурсии более серьезно отнестись к карантину. COVID-19 – это вам не шутка. Кто знает, возможно, динозавры вымерли именно из-за него. Сегодня мы представляем вашему вниманию универсального помощника для кухни, с которым готовить станет значительно быстрее. Один прибор способен заменить все приборы сразу. Это отличная экономия места и ваших финансовых средств. Знакомьтесь, вакуумный блендер и экстрактор питательных веществ от Дельмана Multifresh. Он извлекает из продукта все питательные вещества и потом сохраняет их, чтобы они лучше усваивались вашим организмом. Поэтому вы будете получать больше пользы от еды. Ученые провели даже исследования и доказали, что количество витаминов в пище, приготовленной с использованием Multifresh, возрастает до 74%. Он особенно необходим тем, у кого есть дети, ведь их здоровье самое важное. Прямо сейчас, позвонив по номеру телефона на вашем экране, вакуумный блендер и экстрактор питательных веществ от Дельмана Multifresh станет вашим всего лишь за 2999 леев. И помните, предложение ограничено. И несмотря на эту сумму денег, наверное, кажется вначале, что сумма довольно большая, вы получаете несколько кухонных приспособлений одновременно. Но для начала я бы хотел представить вашему вниманию моего сегодняшнего утреннего гостя. Артем Дрига, ведущий проекта «Лица улиц» и программы «У всех на виду». Программа, которая набирает обороты. Я знаю большое количество отзывов. Рейтинг у вас высокий. Добро пожаловать в телемагазин, Артем. Привет. Необычно, непривычно мне здесь быть. Я привык, что обычно либо студия, либо улица. Тут у тебя в гостях. И скажу тебе, я не зря. У тебя, и особенно с этим товаром, так как у меня недавно сломался зуб, и мне приходится все... Перемалывать, да? Перемалывать, перемешивать. А дома нечего, нечем перемалывать. Я тоже, знаешь, не зря тебя пригласил, потому что мы с тобой общаемся и вне съемок. Я знаю, что ты большой фанат фастфуда, но при этом... Это правда. При этом, да, ты, конечно же, не... Ну, все-таки с умом... Не брезгую, да, не брезгую. Не брезгуешь и хорошей, правильной пищей, правильным питанием. И вот, вот этот... аксессуар должен появиться у тебя на кухне, и я тебе объясню почему. Потому что он сочетает в себе несколько аксессуаров в одном. Во-первых, это если ты любишь пить кофе и молоть зерна самостоятельно, то ты можешь это делать с помощью такой вот насадки. В Дельмана Multifresh существует несколько насадок, каждая из которых выполняет свою функцию. Небольшая насадка. Сейчас ты будешь, кстати, готовить пудру. Можно использовать как для перемалывания кофе, так и для перемалывания сахара, семян. В общем, все что угодно. Но для начала мы начнем готовить самое долгопродолжительное, что готовится. Это суп. И да-да, тебе не показалось, не послышалось. Суп мы будем готовить с помощью вот этой мультиварки. А как? Получается, сырые овощи? Значит, смотри, если мы хотим добавить в наш суп-пюре, так скажем, картошку, конечно, картошку стоит предварительно немного сварить, потому что картошка варится долго, и мультиварка нагревает всю эту смесь до 70 градусов. Поэтому это, допустим, морковку, либо брокколи можно просто сырыми положить, и за 20 примерно варить минут, пока будет готовиться суп, да, варить не надо. Картошку лучше сварить, потому что она будет твердой. Что мы делаем? Мы, получается... открываем нашу мультиварку. В принципе, даже можно не вытаскивать. Кстати, необычно, что можно положить овощи, и это все будет полноценным да. Обеднем
вкусным. Да, да, я вот честно тоже удивился, когда узнал, что есть такая возможность. Значит, ну давай мы просто порежем несколько частей морковку, так вот по мелочи. Картошку мне тоже. Ты пока засыпай сахар вот сюда, ну, не полный, где-то ну, несколько ложечек, я тебе ложечку сейчас. И так просто на глаз, десерт, да. Десерт, суп. Я вот получается сейчас вот закидываю морковь. Давай несколько кусочков брокколи, да, вот так. И давай картошку тоже мы порежем. Кстати, ты супы употребляешь? Я обожаю супы. Я вообще без супов не представляю свою жизнь. Не могу сказать, что я большой поклонник супов-пюре. Все-таки я вот такой больше фанат борщей, зама, солянка. Со да. Но, допустим, моя супруга всегда делает акцент на такие супы. Она ведет здоровый образ жизни. Еще важно отметить, сейчас карантин, чистка организма. Конечно. Не только все масками балуются, не знаю... Давай, давай немного еще добавим соли, да, чуть-чуть буквально соль. Кстати, вот. Можно добавлять даже и сметану. Кто-то любит, не знаю, кремовую, либо грибную, там, не знаю. Получается, проблем нет, главное фантазия, да, наличие овощей. Это все можно, конечно, добавить. Мы, я думаю, можем добавить туда просто чуть-чуть воды. Давай мы добавим просто воды, потому что... Чтобы есть стакан, смотри. Было, да, жидкость. Что будет происходить? Сейчас мы будем, когда включать мультифреш... Он сначала подогреет эту чашу. Чаша из термостойкого пластика. Она абсолютно безопасна для вашего здоровья. Я думаю, можно даже еще чуть-чуть немножко добавить воды. Ты насыпал уже, да? Все? Да, у меня все готово. Покажу, я заметил, что все быстро. Раз, раз. Угу. Кстати, сегодня день сюрпризов. Я знаю, что еще ты удивишь меня. Ну, да, ну, конечно же, мультиварка, так скажем, да, мультифреш от Дельмана, он еще способен выкачивать воздух. Да, но это чуть позже. Значит, что мы делаем? Мы налили воды, закрываем герметично крышку. Все. Здесь есть у нас несколько позиций. Позиция, нам необходимо блендер и нагревание. Все, прозвучал звуковой сигнал. Мы нажимаем кнопку, и процесс пошел. Все. Мы оставляем, пока все это будет готовиться, не трогаем. Получается, нагревает воду, да. А потом уже замес. Да, сначала он нагревает воду, она нагревается, вот эта вот чаша, ниша. Здесь есть, конечно же, ножи, которые потом все это будут перемалывать. Ты никакого участия не принимаешь вообще. Все это происходит без тебя. Она просто подаст сигнал, когда это будет готово. И после этого просто открываешь в тарелку и ешь. Да, ну, конечно же, преимущество есть век. Еще у этого прибора вот в чем. За 2999 лей вы также получаете и еще и вакууматор. Вакуумное приготовление различных фрешей, если вы любите, смузи. Для этого нам понадобится другая колба вот такого вот формата. Здесь уже идут, ну, допустим, если вы, конечно, смотрите нашу постоянную программу, вы наверняка знаете про... Нутрибуллеты, да, которые выполняют свою функцию замечательно, но есть большое отличие. Во-первых, отличаются ножи. Здесь идут последние разработанные специалистами ножи. Они немного другой формы. Имеют специальные такие вот зазубрины, если ты заметишь, обратишь внимание. Они мощнее или... Они, конечно, лучше размалывают это все быстрее. Здесь специальное еще покрытие нанесено, которое не позволяет ножам окисляться. Но, в принципе, ножи не окисляются я и заметил, в... Я заметил, что там серебряный, здесь золотой. Да, но здесь еще более дополнительное специальное нанесение. Для чего это нанесение? Для того, чтобы не происходил процесс окисления. Почему? Потому что мы сейчас будем готовить, допустим, ну, давай приготовим смузи, банан, киви. Кстати, можно овощи, огурцы. Да. Ну... Когда мы готовим обычные смузи, туда попадает воздух, да, начинается процесс окисления, и вот что происходит, в принципе, с нашими фруктами. Его нужно выпивать, его мне кажется, за час. Его немедленно выпивать, потому что он теряет большое количество питательных веществ. Поэтому, если вы приготовили смузи в Нутрибуллете, то это прямо сейчас вы его должны выпить. Мультифреш нам позволяет приготовить все это с выкачанным воздухом, с помощью вакууматора, который здесь присутствует. Помимо этого, мы сохраняем все питательные вещества в смузи, и ученые доказали, что их на 74% больше, чем в обычном смузи, который вы готовите с помощью того же Нутрибуллета. И с помощью этих ножей, которые я вам показал, это происходит намного быстрее, и ножи покрыты специальным напылением, которое не позволяет дополнительно попадать вот этому, начинаться этому процессу окисления. Значит, смотри, мы сюда забрасываем ингредиенты. Давай так, яблоки, что ты хочешь? Банан, бананы, киви. Ага.
Ну, давай немножко кислить. Смотри, кислитки можно добавим. Еще молоко. Кто-то любит вкус, не знаю, можно йогурта. Можно сливки добавить, да? Можно добавить. Давай покажем, что можем добавить не только фрукты, овощи. Угу. Важно отметить, что уникальность вот этого в том, что это сохранится. Вы сделали, да, выпил муж, конечно. Дети. Сейчас вы не захотели, покажу. Хотите вечером, пожалуйста. Потом Денис покажет, мне тоже интересно, как это все работает. Как крышечки, это все это есть. Большое количество различных крышечек, большое количество различных насадок. Каждая насадка отвечает за свое действие. Их большое количество, и с ними, конечно, надо ознакомиться внимательно, но потом применять. Закрываем колбу таким вот образом. Кстати, мультифреш сделан довольно качественно. Вот я всегда обращаю внимание, из какого пластика сделаны различные изделия. Здесь применены очень качественные виды пластика, потому что, во-первых, сам прибор мощный, 800 ватт его мощность. Он выполняет большое количество функций, поэтому необходимо, чтобы он все это делал качественно. Вот эта часть — это вакууматор. Он полностью, кстати, снимается. Я вам покажу, как. Мы закрываем, таким вот образом захлопываем здесь. Получается, крутить не нужно, да. Просто раз. Кстати, сам прибор на таких очень мощных и клейких подножках, они приклеиваются к любой поверхности, таким образом он не упадет, потому что он довольно увесистый. Ну да, тут... Видишь, он абсолютно точно стоит. В это время ты слышишь, как начинает уже греться наш суп? Я вижу, поменялось, да. Стекло запотело. Он горячий уже, горячий, да. Мы оставляем, пускай он готовится. 70 градусов, да, ты говоришь? Да. Смотри, мы здесь этот вакууматор, он может сниматься отдельно. Вот он, в снятом виде. Что здесь интересно? Ты часто, допустим, путешествуешь? Я знаю, ты часто, любишь как посещать только Европу. Есть время, да, с радостью. Да. И наверняка пользуешься различными вакуумными пакетами, где... Иногда, когда нужно в дорогу, складируешь много свои вещей, да? Да, это обязательно. Так вот, эта вещь тебе понадобится, она незаменима для путешественников. Да и вообще, если вы любите хранить овощи в вакуумных пакетах, фрукты, складируя, допустим, в холодильнике это замороженные ягоды, допустим, выкачивая из них воздух, что мы будем делать с помощью этого вакууматора? Это снятый вакууматор, который работает отдельно от самого большого устройства. Вы его просто снимаете, сюда вставляете 4 пальчиковые батарейки и можете его брать с собой в дорогу. Можете брать с собой его, не знаю, в поездку. Таким образом, когда вам необходимо, вставляется шланг. Да, вставляется шланг. Вот так вот. Я просто не видел, как это работает вживую, я видел эфиры ваши. Да, у меня, к сожалению, сейчас батареек нет, я не покажу, как работает это устройство вне мультифреша, но я покажу, как работает само устройство уже, когда будем готовить смузи. И, нажимая кнопку, он выкачивает весь воздух. Все очень просто работает. Просто удобство этой вещи в том, что ее можно переносить с собой, не носить с собой весь прибор, да, для того, чтобы что-то выкачать, допустим, из какого-то пакета. Вот, значит, мы снимаем эту насадочку. Здесь есть специальная такая вот резиновая прокладка. Это чтобы был контакт. Да, чтобы было герметично. Нажимаем, все, здесь уже теперь все герметично. Теперь нам нужна функция блендер вакуум. Вот. Она не греет, чтобы зрители она знали. Она не греет, греет только функция... написано HB, heat blending. Получается, он нагревает и делает бленд, как бы перемалывает. Пюре, либо пюре, да. Йогуртная основа. Нажимаем кнопку. Он сейчас высасывает весь воздух. Как компрессор работает, да? Полностью высасывает весь воздух. И когда датчик показывает, что воздуха абсолютно не осталось, он начнет все это перемалывать. Делать это довольно мощно, быстро и довольно шумно. Поэтому сейчас подождем. Это важно, потому что когда я даже покупаю родителям колбасу, я прошу вакуум, потому что это сохранится как минимум на 2 недели. Все. И не нужно стоять кнопку. В очередях, чтобы купить йогурт. Непонятно, из чего сделано. Все, за 30 секунд практически это произошло. Ну, 30 секунд, чтобы выкачать воздух, и 30 секунд, чтобы это все приготовить. Все, мы отключаем наш прибор. А как вакуум сохранять? Получается, ты сейчас открываешь его или нам не нужно его сохранять. Получается, самый важный процесс, чтобы все это было приготовлено в вакууме. Ага. Я тоже думал, что необходимо этот вакуум сохранять. Нет, нет необходимости. Просто он готовится сам процесс приготовления другой, иной. Он отличается от обычного нутрибуллета. Потому что, да, в процессе приготовления попадает кислород и воздух. Здесь процесс окисления не произошел сейчас. Поэтому, когда мы его вымем просто отсюда, то мы можем его таким вот образом... Угу.
можно его так оставить, положить в холодильник и, допустим, дождаться следующего дня. Можно либо так, либо открыть какую-то и... емкость, да. Не знаю, я вот подсел, несмотря на то, есть. Что я жду, чтобы у меня открылся стоматолог, угу. и можно было прийти. Давай, так. Давай, прям интересно. Я так зажал сильно. Сильно зажимать не надо, тут все герметично. Ну, сохраняются косточки, они не сильно мелкие, что полезно. Не, ну, не обязательно, чтобы это все было прям в, было в кашу, в жидкость. Ну, это мне. Слушай, прям по цвету его свитера пахнет. Практически. Ну, я знал, как прийти. Даже можно попробовать, да? Конечно. Сейчас будешь ты готовить. Итак, мы рассказали вам и показали, как работает вакууматор. Получается, вы с помощью этого устройства можете выкачивать воздух. Происходит это все автоматически. Нажимаете функцию VB, называется, такие вот символы. Показываете, значит, наводите кнопку на этот символ, нажимаете кнопку, происходит звуковой сигнал, оставляете... Ваш смузи готовится, буквально там, в течение минуты это все происходит самостоятельно, никаких принимать там дополнительных помощи этот прибор не требует. После чего он сам останавливается, снимаете, можете выпивать тот же момент, можете оставлять в холодильнике на какой-то период времени и потом, допустим, приготовив вечером все это можете уже. Ну это утром, нереально вкусно. Да, я вот выпить. Признаюсь, если бы сейчас не эфир, я бы это все выпил. Да пробуй, я пока один. Расскажу еще о некоторых новостях и некоторых... преимуществах этого прибора, ну а ты пока наслаждайся. Незаменимый помощник Multifresh для ваших кухонь соединяет в себе 5 приборов. Это не обычный вакуумный блендер, как он выглядит на первый взгляд. Это еще универсальное устройство для помола, вакуумная упаковочная машина и, самое удивительное, удобная суповарка. Измельчайте семена и орехи для любимых блюд, а также кофейные зерна для ароматного кофе. Подарите возможность питаться вкусно всем своим близким и, конечно же, себе. Уже прямо сейчас звоните по номеру телефона на экране, и вы сможете приобрести его по цене 2999 леев. Однако... Это еще не все. В подарок вы получите кулинарную книгу, с которой готовить станет легко и увлекательно. Начните питаться здоровой едой уже сегодня. И прямо сейчас дозвонитесь в телемагазин, потому что вы сможете получить этот прибор, помимо этого еще и подарок, кулинарную книгу с большим количеством очень интересных рецептов. Только во время нашей программы, в этот час, дозвонитесь по номеру телефона 2999 леев, цена этого устройства. Он пустой, Денис. Да, тебе понравилось? Вот, искренне, тебе понравилось, вот, честно? Очень потому вкусно. Что я, допустим, обожаю. Пробовал, я не знаю, что получилось. Я, кстати, в поисках, но я не знал, что есть такие функции. Так, пока нагреть, еще суп греется. Вакуум. Так. Это интересно, потому что я остался слушай, без ну зуба давай почти. Ты тоже что-нибудь приготовишь. Это можно как снять, вот просто вытащить, да, вот таким образом это снимается. Чтобы не мешал. Чтобы не мешало, да. Что там? Сверху. Давай. Давай. Угу. Есть специальные пазлы. Быстро раз. Нажимаешь, ну, как, в принципе, как вот внутри булета все происходит, просто защелкивается. Да, что дальше? Я хочу тоже понажимать. Теперь тебе нужна просто функция помола, да, чтобы просто перемолоть. Блендер, так называемый. Вот он. И нажимаешь? Просто нажми. Получается, мы еще сами решаем, какую, там, не знаю, консистенцию гранулы, крупнее, среднюю, либо полностью такую порошковую. Угу. Смотри, Артем, здесь еще есть такая функция, функция пульсации. Допустим, если ты хочешь сделать несколько импульсов, перемолоть что-нибудь аккуратно, да, допустим, не, без участия машины, а под собственным контролем, то нажимаешь просто эту кнопку и с помощью этой кнопки, получается, участвуешь в процессе самостоятельно. Ну, допустим, ну, чтобы контролировать процесс. Да, просто контролировать. Было... Я думаю, нам для помола кухни нет необходимо. Мне понравилось, что орехи можно еще. Лен, вот многие, кстати, используют лен в салатах, кстати, в выпечке, в приготовлении различных блюд. Точно так же можно его приготовить. Смотри, сейчас я тебе покажу, что получилось. Вот что у нас получилось. Мелко измельченная пудра. Это тоже насадка есть в этом комплекте. Получается, вы можете перемалывать семена, кофе, сахар, делать пудру. Итак, давай перейдем к супчику, посмотрим все-таки, что с нашим супом происходит. Давайте еще раз напомним, что мы делаем. Мы, значит, взяли специальную колбу. Она имеет специальное покрытие здесь, которое может нагреваться. Термо, получается. Термостойкая, да, термостойкий пластик. С помощью специальной функции, которая вот здесь указана на внешней части нашего прибора, мы выставляем ее. И после этого
просто ждем, пока он приготовит. Необходимо добавить все ингредиенты, которые вам нужны для вашего супчика. Допустим, это брокколи, морковка, любые картошка. Овощи, любые. Ну, единственное, что картошку советуют производители все-таки этого устройства предварительно сварить, а после этого уже добавлять в сам суп, потому что она готовится при более высокой температуре. После этого мы ждем, пока нагревается супчик. Он нагревается до 70 градусов, не до 100. Поэтому остаются все питательные здесь свойства всех этих... вот, смотри, сейчас он шумит и шумит. Да. Всех овощей, которые мы добавили. Добавили немного воды, соли. Оставляем его ждать. Когда он нагревается до той температуры, которую он считает нужно, он включает функцию перемалывания. И все. Можно, в принципе, не дожидаться. Если вы не хотите, чтобы он был очень-очень горячим, можно самостоятельно включить эту функцию. Допустим, просто, я вам покажу ее. Для начала надо выключить, конечно, вот. Оставляем. И включаем. И он самостоятельно будет вам сейчас это перебалывать. Смотри, что получилось. Вуаля. Все готово. Все даже готово. Важно знать, я вчера варил грудку, остался бульон. Куда его деть? Получается, бросаешь овощи, бульон, греется, перемалывается, и ты питаешься как минимум 2 смотри, дня. Здесь, да, я думаю, что... Ой, пахнет классно. Да, класс. Артем, я хочу тебя поблагодарить, то, что ты поучаствовал... Спасибо, что пригласили, необычно. В нашей кухне, да, мы сегодня, к сожалению, не успели все рассказать и все показать, потому что преимущество этого прибора Multifresh намного больше, чем у обычного NutriBullet, и ты уже увидел эти преимущества. Это многофункциональный прибор, который можно использовать у себя на кухне. Я хочу тебя поблагодарить и подарить вот такой вот небольшой сертификат, ваучер, который ты можешь... сейчас не зря сегодня. Кстати, потратить на приобретение себе вот такого спасибо, вот да. Multifresh устройства от Дельмана. Так что приходи в магазин Топшоп, выбирай то, что тебе больше всего нравится. И спасибо, что ты встретил спасибо. Этот день. Не здороваемся, так как карантин. Мы работаем, несмотря на спирт, все поделаем. Спасибо за приглашение. Ну а прямо сейчас я предлагаю вам посмотреть все подробнее следующий сюжет об этом устройстве. Представляем вам сегодня настоящего эксперта в области здоровой пищи. Вакуумный блендер и экстрактор питательных веществ от Дельмана Multifresh. Он извлекает и сохраняет в продуктах жизненно важные питательные вещества. Научно доказано, что с его помощью вы получите на 74% больше витаминов из продуктов, которые готовите. 6 острых лезвий, покрытых титаном, смешивают продукты равномерно. Таким образом, ваш стол станет богатым полезными веществами, а организм сможет усвоить их лучше и быстрее. И только сейчас вы сможете приобрести Multifresh по цене всего лишь 2999 леев и начать питаться здорово уже сегодня. Multifresh — это 5 незаменимых кухонных приборов в одном устройстве. Это не просто вакуумный блендер. Благодаря мотору мощностью 800 Вт он превращается в универсальное устройство для помола, вакуумную упаковочную машину и, самое главное, удобную суповарку. Благодаря смене насадки, а также чашам для смешивания и подогрева, Multifresh становится мощным универсальным устройством для помола. Измельчите семена и орехи для любых блюд, а также кофейные зерна для ароматного кофе. Вы можете потратить отдельно 1000 леев на блендер, устройство для помола, суповарку и вакуумный упаковщик. Зачем загромождать кухню и тратить большие суммы денег? Воспользуйтесь революционным решением 5 в 1 от Дельмана Multifresh. Звоните и заказывайте. Прямо сейчас вакуумный блендер Multifresh 5 в 1 от Дельмана по цене 2999 леев. Делая одну покупку, вы заменяете сразу несколько кухонных приборов. Ну и это еще не все. Вы получите в подарок кулинарную книгу от Multifresh, с которой сможете готовить вкусно и здорово. Звони и приобретай Multifresh 5 в 1 от Дельмана и начинай питаться здорово уже сейчас. И помните, предложение ограничено. Это все, о чем мы успели вам рассказать в программе «Телемагазин» за час. Времени не так много, и пролетел он очень быстро, но завтра будет новый день и новые, конечно же, события, о которых мы хотим вам рассказать. Так что до встречи в «Телемагазине», всем хорошего дня в продолжении.